Привет, это видеоверсия сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам о паре новинок от Porsche. На ежегодной конференции немецкого производителя были озвучены даты появления двух новых автомобилей Porsche. В конце текущего года дебютирует под маркой Porsche универсал повышенной проходимости, работающий полностью на электрической тяге. Новинка будет базироваться на концепт-каре Mission и Cross Turismo, премьера которого состоялась весной 2018 года на Женевском автосалоне. По предварительной информации, в арсенале новинки от премиального бренда будет находиться два электромотора, которые расположатся на передней и задней осях. Общая мощность силовой установки составит не менее 600 лошадиных сил. Она будет питаться от 800-вольтовой системы. На одной зарядке электрокар сможет проехать до 500 км, а первую сотню будет набирать всего за 3,5 секунды. Если говорить про вторую новинку компании Porsche, то им станет кроссовер Macan второго поколения. Автомобиль представят только в 2022 году, и он станет электрокаром. Его разработают на совершенно новой платформе для машин с электрической тягой PPE Premium Platform Electric. Данную архитектуру марка Porsche создала совместными усилиями с брендом Audi. У меня пока все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!